Карибу. Добро пожаловать в Танзанию. Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. В Танзании в январе лето, и не только потому, что это южное полушарие. Календарной зимой здесь также тепло. Близость к экватору исключает смену времен года, и только миграция животных в поисках свежих пастбищ может быть и определяет годовой цикл. Сейчас сезон рождения потомства. В 20 метрах от нашего лоджи родился олененок. Jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Yetu hakuna matata hai kiti jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata hai kiti jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Hakuna matata hai ngeti jambo jambo bwana habari gani nzuri sana jambo wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata Kenya nchi nzuri nchi ya maajabu nchi ya kupendeza hakuna matata Сегодня мы сейчас будем спускаться в кратер Нгоронгоро. Навстречу вышел слон без бивня. Очень редко можно встретить такого слона-одиночку. Он очень опасен, так как, потеряв бивень в драке и будучи изгнанным из стада, становится одержим жаждой разрушения и убийства. Нгоронгоро часто называют раем на земле и Эдемским садом. Вся картина напоминает зачарованный мир, только еще необычнее, ведь внутри кратера буйствует жизнь. Она буйствует и не может выбраться наружу, и в своей собственной среде обитания, которую не поменять, живут 25 тысяч животных, многие из которых уникальны или являются исчезающим видом.
мы спускаемся на 600-метровую глубину кратера к лесным территориям, вулканическим озерам и открытым саваннам, самой высокой плотностью хищников во всей Африке. Говорят, когда у Бога иссякла фантазия, он создал животное, напоминающее лошадь, с бычьей головой и куриными мозгами. Иногда пасущиеся животные вдруг, без видимых причин, начинают скакать на месте по кругу, делая опасные выпады головой и брыкаясь задними ногами. Через несколько мгновений эта свистопляска заканчивается, и гну продолжают пастись, как ни в чем не бывало.
Несмотря на шутки создателя, антилопа гну вполне может считать себя счастливчиком, ведь это один из немногих видов, который сохранился в Африке в большом количестве. В кратере Нгоронгоро площадью 250 квадратных километров пасется более 14 тысяч антилоп. Дно кратера расположено на высоте 2380 метров над уровнем моря. Его края примерно на 600 метров выше и возвышаются на 3000 метров над уровнем моря. В самом центре находится большое щелочное озеро Магади, известное популяцией фламинго. Ближе к озеру подъехать не удается, поэтому приходится получать удовольствие от розовых фламинго лишь с такого расстояния. Где-то в этих местах водится черный носорог, один из представителей большой африканской пятерки, являющийся исчезающим видом. В кратере Нгоронгоро их число составляет около 17 особей. Не мудрено, что встретить его нам здесь так и не довелось. Зато в качестве компенсации Жозеф нам дал торжественное обещание в течение нашего путешествия отыскать гепарда, не менее редкое животное, иногда называющееся плачущим леопардом.
Из-за перепада высот и динамики воздушных масс микроклимат Нгоронгоро варьируется в зависимости от места. Чуть переместившись в другую часть кратера, мы попадаем под настоящий ливень. В нашем танке сухо и комфортно, но и львов, похоже, такая погода не сильно как огорчает. То ли мы за ними наблюдаем, то ли они за нами. Наконец-то мы можем себе позволить выйти из автомобиля. Похоже, людям как-то удалось договориться с животными. Мы в Нгоронгоро не трогаем вас, а в этом уголке кратера вы не трогаете нас.
опустошила. Мы вернулись в лодж, чтобы провести здесь еще одну ночь. Хоть это и Африка, но 3000 метров над уровнем моря дают о себе знать, и печка-буржуйка в таких условиях просто необходима. А утром наш путь уже лежал в Тарангире. Первое, что бросается в глаза в этих местах, это огромное количество баобабов. Thank you.
дерево, баобаб. Шагов ствол дерева. А еще в Африке растет дерево, являющееся сырьем знаменитого африканского ликера. Слоны с удовольствием поедают ветки этого дерева, становясь по-настоящему пьяными. Амарула tree.
А вот и обещанные гепарды, самое быстрое наземное животное. Ровно 2 секунды нужно ему, чтобы разогнаться до 75 км в час. Встретить это редкое животное – большая удача, ведь они едва не вымерли во время последнего ледникового периода. А существующие сейчас гепарды – близкие родственники, поэтому у них наблюдаются признаки генетического вырождения, вызванного кровосмешением. Например, у гепардов очень высокий уровень детской смертности. Более половины детенышей не доживают до года. Этот черно-синий флаг означает, что в этой местности одержана победа над малярией. А следовательно, ни нам, ни танзанцам, по крайней мере здесь, эта болезнь не угрожает. Мы возвращаемся в лодж, уже не удивляясь тому, что в нем кроме нас постояльцев нет. А это значит, что по этой дороге в последнее время туристы ездят редко, и каждая встреча с иностранцами для деревенских ребятишек – большой праздник. Thank you.
Ну а находясь в привилегированном положении в лодже, по-настоящему чувствуешь себя белым человеком. На 9-й день нашего пребывания в Танзании отправляемся в предгорье Килиманджаро. Если уж не получается подняться на крышу Африки, то не оказаться у подножья самой высокой горы этого континента, конечно же, преступление. Выбравшись из Аруша Таун, мы наконец-то въехали в предгорье Килиманджаро. Мы стоим у подножья горы Килиманджаро. Ну как, даже нет, не у подножья, а где подножье как раз вот. Вот она, гора уже там, выше. Просто пошел дождь. А дожди здесь идут всегда. Сильные ветры Индийского океана, дующие с запада на восток, сталкиваются с таким большим объектом, как гора Килиманджаро, с высочайшей вершины Киба 5895 метров. Ветры поднимают влажные воздушные массы вдоль склонов горы. В результате происходит падение температуры и атмосферного давления, что в свою очередь приводит к выпадению осадков внизу в виде дождя, а наверху в виде снега. Несмотря на то, что для восхождения на Килиманджаро не требуется какая-либо физическая и тем более техническая подготовка, для себя мы решили ограничиться только окрестностями. Да. Да, леса Ближнего Подмосковья, да? А почему бы и нет? На такой обширной территории и перепадах высот трудно в Килиманджаро говорить о какой-либо одной климатической зоне. Ну, безвкусная. Трава травой.
подножья бурлит обычная жизнь со своей бойкой торговлей. Мы снова в Аруше. У нас есть целый вечер, чтобы понаблюдать за жизнью этого города. Поменяв предоставленный нам номер на другой, с балконом и видом на остановку общественного транспорта, мы получили возможность безопасно для себя снимать из засады все, что нам покажется интересным. Других вариантов сделать съемку муравейника и не лишиться камеры у нас нет. Самым невероятным нам показался тот груз, который с легкостью носят женщины на головах, в то время как мужчины ту же самую поклажу с трудом запихивают в автомобиль. В борьбе с клиента, у конкурентов просыпается звериный инстинкт. Случаются схватки, а в схватках, как известно, побеждает сильнейший. Совсем еще недавно мы переписывались с Беатрис из Москвы, а сегодня она уже провожает нас на Занзибар. Это тест для Жозефа на усвоение некоторых русских слов и одновременная его демонстрация знаний русского языка перед Беатрис. Обезьянка! Quelque part dans la ville, il y a un endroit qui ressemble à une île où la nuit fait sa loi. On y traîne son spleen à l'envers des décors, dans la folie divine des chants de mâles d'aurore. C'est là que je pose ma croix et le noir que je bois. Accoudé au comptoir du bar, le Zanzibar,
et comme un escargot, mon passé sur le dos, je largue les amarres, je pars pour Zanzibar. Je pars pour Zanzibar. Je pars pour Zanzibar. On se retrouve entre amis, entre paumés de la vie. Complicité d'un soir, chacun trouve son miroir. Au bar, le Zanzibar. Entre l'ombre et la proie, les chasseurs restent quoi? Chacun attend que Godot lui ramène le gros lot. Zanzibar, Zanzibar, je sais même pas où ça se trouve, moi, Zanzibar. Au fond, je m'en fous comme du tiers et du quart. Au bas, Zanzibar, il y a quelques cendrillons qui recousent leurs haillons, qui attendent leur carrosse, loin de leur cauchemar de gosse. Des artistes de toutes sortes, le regard sur la porte, qui attendent le talent ou l'improbable agent. Des peintres à court d'idées qui ont tout inventé. Всего за несколько минут маленький самолетик забросил нас на Занзибар, архипелаг в Индийском океане с одноименным островом, расположенным к северо-востоку от Дар-Салама, в 35 километрах от побережья. La bête humaine. Au bar, au Zanzibar. Des nobles encanaillés qui redorent leur pédigré. Et des rois sans couronne qui veulent fausser la donne. Au bar, des losers magnifiques qui régalent toute la clique, des Crésus en goguette qui pleurent pour une soubrette. Zanzibar, Zanzibar, je sais même pas où ça se trouve, moi, Zanzibar. Au fond, je m'en fous comme du tiers. Au bar, le Zanzibar. Des menteurs résignés retrouvent leur vérité. Des magiciens ringards se perdent dans leur foulard. On traîne sa solitude comme un chien fatigué. Et quand elle se dénude, on lui file un coup de pied. Il y a même des musiciens qui viennent mine de rien jouer des airs fantasques qui font tomber les masques. Jusqu'au bout du voyage, ils bercent les naufrages. Il n'est jamais trop tard, au bar, le Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar, je sais même pas où ça se trouve, moi, Zanzibar. Au fond, je m'en fous comme du tiers et du quart. Mais noir pour noir, c'est plus facile de l'être à Zanzibar. Au bas, le Zanzibar.
Вот и заканчивается наше путешествие по Танзании. Уже прилетел самолет, переносящий нас на материк до Дар-эс-Салама. Дар-эс-Салама летим в Доху. На этот раз не только для того, чтобы сделать пересадку до Москвы, а остановившись на ночь, на утро все-таки осмотреть столицу государства Катар, куда визу власти дают неохотно, делая вид, что не понимают, что может заинтересовать туристов в их стране. При стыковке более 8 часов катарцы открывают визу
и предоставляют отель с ужином и завтраком. Через каждый метров 100-200 идет строительство. Через лет 10 здесь вообще будет. Ух! А может,